схватки. Справа от меня боец, которому 20 лет. Он выйдет на поединок из синего угла. Официальный вес на данный момент 61 килограмм. Ровно при росте 169 сантиметров. Дамы и господа, мастер спорта России по боевому самбо из города Дмитрово. Его соперник через ринг напротив, который стоит слева от меня и выйдет на поединок из красного угла. Его официальный вес на данный момент 65 килограммов, ровно при росте 175 сантиметров. Его возраст 21 год. Дамы и господа, встречайте, чемпион первенства Европы по ушу Саньда, чемпион первенства России по ушу Саньда, призер первенства России по боевому самбо, мастер спорта по боевому самбо из города Тверь, Масу Самова! Уважаемые соперники и финальные инструкции перед поединком вам сейчас озвучит господин рефери Роман Кубрак. Парни, правила вы знаете, соблюдайте их. Внимательно слушайте мои команды. Покажите красивый бой. Пожали руки. Удачи по углам. Thank you.
спортсмену на середину, а партнер... Второй раунд. Бойцы на середину. Дамы и господа, мастер спорта по боевому самбо, серебряный призер первенства России 2018 года, Вадим Потубня!
И через ринг слева от меня боец, которому на данный момент 26 лет, и он выйдет на этот поединок из красного угла. Его официальный вес 70 килограммов, ровно при росте 170 сантиметров. Его профессиональный рекорд – одна победа. Победитель турнира «Стрелка», лучший боец турнира «Стрелка» 2017 и 2018 годов. Победитель турнира «Gladius Glory» 2018 года, представляющий Академию единоборств «Валтай» Андрей Джифимов. И господин рефери расскажет вам финальные инструкции. Парни, правила вы знаете, соблюдайте их. Внимательно слушайте мои команды. Покажите красивый бой. Пожали руки. Удачи по углам. Господа, поддержите бойцов! Go!
Дамы и господа, поддержите большой! Итак, яркая концовка первого раунда. Поблагодарите бойцов, друзья. Друзья, давайте также поприветствуем наших очаровательных ребят, которые не дают нам сегодня забыть, какой же раунд нас ожидает вот через несколько покинуть границы ринга. Корпус, бей! 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 Бей
One Maximum. Hello, Fight Show. Уважаемая публика, после двух раундов боя с разногласием судей победу одержал боец Силва Вадим Подгубняк. Yeah.
Thank you.
В этом бою единогласным решением судейской